наши культиваторы, мы их выпускаем калинковичеком и для закрытия влаги и подготовки почвы. Зовут? Саша. Работал или новые? Ну, после ремонта. После ремонта. А ремонтировали где? В Калинковичах у нас. Калинковичах. Ну, несложная, по-моему, техника, работать на ней можно, да? Да, да, да. Гусеница у него резиновая или металлическая? Металлическая, Минский тракторный завод, и шарнирно-резиновая втулка. Первые были, когда гусеницы, они были резиновые. Натяжение гидравлическое, можно расслабить. Гидравлика натяжение. Ну, вообще идеально. Сейчас на области, Александр Георгиевич, мы 6 тракторов берем. Этот трактор уйдет завтра на... Это 210-й, да, мощность? 212. 212 лошадиных. Ну, 212, да. Хочу, чтобы ты понимал, что у тебя это год определяется. Какой бы он ни был, он будет в среднем такой, как всегда. И Гомершину уже пора поднимать на уровень зары. В 2018 году было принято решение сделать молочно-товарную ферму для создания рабочих мест в этом отделении. Значит, вы переделали свинокомплекс под молочно-товарную ферму. Всем было зданий здесь, клюшечники от свинарников остались, поэтому их не сносили. Где такие были ветки, как на фотографиях, мы их снесли. А эти как бы, ну, провели порядок, отремонтировали, поменяли кровли. Сколько здесь станет скота? Здесь порядка 150-160 голов. Ранее телята поступают 21 день сюда. Еще до 2,5 месяцев производится выпайка, выпаиваются и до 3 месяцев содержатся здесь. Потом 3 месяца переводятся на правую сторону, до 5,5-6 месяцев находятся здесь. За 20 дней до отсела переводится в цех транзита. Здесь мы уже начинаем их проучать к рациону, который будет на раздое. И здесь же происходит рассел. Теленок идет в домик, корова переходит на раздое. Вот вы видите, на раздое. На раздое в среднем корова содержится. То есть здесь у тебя все стельные? Да, с правой стороны все стельные. А здесь после рассола раздой? Да, раздой. Тоже вся сторона? Вся сторона, да. Вот это для, я считаю, идеально. Здесь дойное стадо, здесь... Родильное раздой. Отделение, небольшой доильный зал для раздоя животных, телятничек. Ну вот как мы там были, да? Да, да, да. Родильное отделение, телятник. И другие сопутствующие технические... Хранилище, склад кормов. Здесь всего лишь одна кнопка для простоты. Оператор просто ее нажимает, моргать перестает. На модуле появляется электронный номер животного. Аппарат доильный спускается на руку